Рек с названием Вижай – две – в Пермском крае и в Свердловской области. Свердловский Вижай – короче, 88 километров, и впадает в реку Лозьва. Это видео посвящено Вижаю Пермскому. Вижай начинается на востоке Пермского края, к западу от долины Койвы, и впадает в реку Вильву. Длина реки 125 километров. Название реки происходит от коми пермянского «Виш-Ай» – «Святой Отец». Здесь происходят многие события из цикла фильмов «Особенности Вселенной». Река становится доступной для сплава в конце апреля. Лучшее время – половодье, которое обычно приходится на майские праздники. Бурный темперамент реки оценен второй категорией сложности и требует от спортсменов хорошей подготовки. Именно поэтому здесь не рекомендован сплав на байдарках из-за опасности переворотов. Лучший вариант для сплава по Вижаю – катамараны. Сплавляясь по реке, можно встретить красивейшие скалы. Однако сплавляются здесь не только на плавсредствах, но и на снегоходах. Когда-то здесь было месторождение хромитовых руд. Как правило, хромитам сопутствуют интересные минералы и камни. Многие могут увезти отсюда прекрасный природный сувенир. А особенно везучие обретут уральский самоцвет. Маршрут сплава начинается с поселка Сараны. От Сараны до Паши 65 километров. Быстрое течение Вижая поможет пройти это расстояние за 1-2 дня. Летом вода спадает, и сплав уже невозможен. Маршрут до реки Вижай и более подробную информацию можно найти по ссылке в описании. Смотрите фильмы о загадочных феноменах Пермской аномальной зоны и читайте статьи на сайте mainuniverse.ru.